Конечно, ни в коем случае нельзя допустить то огромное количество потерь, которое было в матче с Фленсбургом. Потому что Гельцы еще более бегущая команда. И если дать им разбежаться, то можно поиметь много неприятностей. И еще, наверное, фактор вратаря. Андреас Вольф принес нам много неприятностей во время матчей предыдущих с Брестом. Поэтому нельзя дать ему почувствовать игру, нельзя дать ему как следует размяться. Вот если все это, эти факторы сработают, то, я думаю, можно ждать и положительного результата. В защите, бежим в контратаку, и Ваня Мацкевич, мне кажется, сделал главный импульс такой для того, чтобы для этого задело. Поэтому надеюсь, что сейчас продолжим в том же духе и выиграем сегодня. Сегодня удалось забросить первый гол в Лиге Чемпионов. Эмоции зашкаливают. Главное – это ждать свой момент и воспользоваться его вовремя. Всегда защита – это самое главное в гандболе. Защита выигрываем игру и через защиту мы проигрываем. Я думаю, что мы сегодня очень достойно стояли в защите, и это как бы получилось очень хорошо. Super happy. Я супер счастлив. Поздравляю всю команду. Это прекрасный матч в нашем исполнении. Мы встречались с одним из лучших клубов мира, и я очень доволен, как гандболисты отнеслись к игре. Очень солидно отработали в обороне, здорово помогли вратари. В первом тайме пропустили всего 11 мячей, что стало залогом победы. А после перерыва постарались увеличить темп, и нам это удалось. Хотел бы также отметить болельщиков, которые, как всегда, были на высоте и помогли взять 2 очка. Сегодня я буду хорошо спать.